Доброе утро, Москва. Сегодня 27 октября. На улице небольшая облачность, без осадков и довольно прохладно. Плюс 5,6 градуса. В течение дня синоптическая карта столичного региона будет представлена западным крылом антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной погожий осенний денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы. Поэтому в Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду. В столице днем воздух прогреется до плюс 10-12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба. Это была погода от Центра Фобос. Я Евгений Тишковец. Доброго дня!